Так, дамы и господа, приветствуем от Латухи. Я поигрался с наушниками, немножечко потестил, и хочу высказать свое мнение о наушниках, которые я получил в конце 2023 года. Ну и, в общем, вся суть и качество микрофонов и так далее. Первое. У меня была марка Ace Fast. В коллегах, друзьях, не знаю, как сказать, они мне присылали две модели. Прошлая модель уже нашла своего потребителя, она была похожа визуально на эти. Новая модель, вот такая в прозрачном корпусе. После того, как я ими попользовался и понял, что они очень мне даже нравятся, единственное, чего у них нет, это активного принудительного шумоподавления без разговора. В разговоре шум давит. И тут я начал ловить себя на мысли, что за копеечки, вот эти вот, да, можно купить, в принципе, такие же наушники. Захотел заказать само собой и найти хоть одно отличие. Вот в этих наушниках отличие найти от оригинала сложно. Тут никаких признаков пока не разберешь, не видно. В работе работают по звуку отлично, по автономности супер, как и оригинал. Теперь я все-таки знаю, что вот это оригинал. Позже разъясню, почему. По всем параметрам абсолютно, кроме микрофона, 100% совпадение с оригиналом. Ну, правда, может быть, машинный слух там отличит что-то. На мой слух одинаково звучат. Но в микрофоне эти чуточку тише. Ну, вот на какую-то малость, но тише. Но при этом разговариваешь по всем этим наушникам, вот троим, да, народ не жалуется. Но вот все-таки тиховато вот эти двое. Почему я понял, что это все-таки оригинал, а это копия? Потому что когда я распаковывал вот эти наушники, можете посмотреть на канале, я сравнивал элементы, которые видны сквозь прозрачный корпус. Они расположены примерно там же, но они не те. Шурупчики здесь на шестигранничках, или звездочка точнее, здесь на обычном крестике. И элементы на платье расположены немножко по-другому. То есть видно, что это попытка сделать хорошую копию. Она, в принципе, успешная, но все-таки это копия, это не оригинал. Эти наушнички сюда пошли автостопом. Они вот такие вот масявочки. Про них я просто тоже до кучи расскажу, потому что их получил одновременно вот с этими. Ну и примерно тогда же, когда эти, ну и так далее. Конец 2023 года. Суть. В ухе удобно, но сложно их правильно туда позиционировать. То есть пока в ухо вставишь, проходит секунд 5-7 на одно ухо, чтобы нормально их позиционировать. Зато после этого держатся в ушах хорошо, звучат отлично, но микрофон у них самый тихий из всей этой партии. То есть для разговоров эти подходят меньше всего. В шумных помещениях я еще пока не проверял. Это будет позже про них отдельно. Эти трое в шумных работают. Не сказать, чтобы идеально, но работают. То есть не глядя на шум вокруг, вас все-таки слышат. Стоит ли платить дороже вот за эти наушники? Ну, если вы любите качество, то все-таки в принципе стоит. Потому что звук на какую-то мизерную долю только отличается. Но микрофон отличается. Сборки качества отличается. Здесь в комплекте у нас идут силиконовый чехол и большее количество амбушюр с меньшим шагом между ними по вашим ушам. То есть больше шансов подогнать правильно. Ну и упаковка премиальная, все дела. Но если вам наушники покупаются на месяцок, таких достаточно. То есть вот или вот, в зависимости от того, какой дизайн вам больше нравится. И этого вам хватит, поверьте. Звучат они все равно достойно, не глядя на цену. То есть пропорционально цене эти звучат хуже. То есть здесь эти стоят, напоминаю, 1005. Для 5000 они звучат чуть-чуть слабовато. Эти стоят 400 с чем-то. Я брал, правда, по 370. Вот для 370 звук просто офигенный. Хотя на самом деле эти звучат немножко лучше, чем эти. Просто эти стоят в разы дороже. По этим микрофон слабоват. Форм-фактор интересный. Размер радует. Автономность пока неизвестна. Здесь автономность офигенная, такая же, как и здесь. Четко не проверял, но суть та же. Дизайн интересный. Размер, как у оригинала. Только в комплекте резинового бампера нет. Но есть шнурок. Здесь есть и бампер, и шнурок. Здесь нет ни черта. Зато эти, вот лично в моих ушах сидят лучше, чем эти. Хотя разница небольшая. Хотя и с этими тоже это было замечено. Предыдущие из фасты, которые вот с такими затычками в ушах, они реально у меня в ушах сидели лучше. Так что этим это досталось по наследству от оригинала, с которого эта копия. Вот как-то так. Записи диктофона я вам скидывать сюда не буду. Если кому будет очень интересно, я это все могу скинуть в телегу. В Ютубе все равно при перекодировке звук потеряется. То есть качество станет хуже. Или второй вариант, если вам очень это надо, если вы хотите меня напрячь, пишите в телегу, найдем время, когда я буду свободен, и просто тупо запишу, или позвоните мне и послушайте, как будет меня слышно. Ну, что-то в этом роде. Всем спасибо, всем пока, это Латуха, это было разбирательство с наушниками конца 2023 года и попытка понять, почему эти наушники стоят дешевле, это афера века или все-таки копия. В результате мы выяснили, все-таки это копия. Да, очень хорошая, но копия. Всем спасибо, всех с Новым годом, всем пока. И да,
Маленькое дополнение. Вот эти пролюбить все-таки проще. Потому что они настолько маленькие и кругленькие, если они упадут, все. Как мячик ускачут и не найдете.